Всем привет, дорогие друзья, подписчики канала, с вами Денис ГТ, и сегодня мы начинаем проходить новую игрушку Миллионер Майнкрафт Стори Мод. Да, именно эта игра, которую создала легендарная компания Telltale Games. Как вы помните, Telltale Games создал The Walking Dead, который мы прошли уже, да, мы прошли, 21 серия была, и мы его прошли. Также мы будем проходить Майнкрафт Стори Мод. Майнкрафт Стори Мод — это такой эмулятор, как с Walking Dead. Ну, вообще, я не знаю, но тут такой же вот крестик, как в The Walking Dead. Но я не знаю, что тут вообще делать, не знаю, что это такое, ребят. Тут я просто немножечко совсем поиграл. Давайте удалю файл сохранения. Вообще не играл почти, что я только поиграл там 2 секунды. Короче, начинаем выбирать ее нежность. Ну, девка у нас уже сразу же валяется. Вообще все выбирают вот такого вот среднего пацана. Нигер у нас, нигер точно у нас не будет. Ну, такой вот прикольный пацан. Давайте таким поиграем. Первый эпизод под названием «Орден камня». Я сразу же эпизод покажу. Второй эпизод — нужна сборка. Третий эпизод — да где же оно? Четвертый эпизод — между молотом и наковальней. А вот пятый эпизод еще не выжил. Но четвертый эпизод — это последний, ребят. Потому что пятый эпизод — тут вообще ничего нету. Там просто концовка. Вот четвертый эпизод — последний, там финал отмечается. Это я вам честно говорю. Потому что вы сами видели, что там нарисовано было. Ладно, начинаем. Первый эпизод. Орден камня. Поехали. Да, вот тут что-то то же самое написано, что и в The Walking Dead, когда мы начинаем играть. Эпизод какой-то. Никакие постройки не вечны, так и всякая легенда, даже самая великая со временем угасает. С каждым годом утрачивают все больше и больше деталей, а то, что остается в конце концов, становится мифом, полуправдой. Говоря проще, ложь. И все же во всем известном мироздании и в наших землях, и в чужих дальних краях, легенда об Ордене Камня передается из уст в уста, без сокращений, и это говорит само за себя. Да. Воистину, лишь многострадальная земля нуждается в героях. И наша земля, к счастью, знала о своих героях, хоть и давным-давно. Было их четверо. Габриэл, воин, чей меч повергал в дрожь всех противников. Эльгард, инженер Красного Камня, чьи машины знаменовали собой эру изобретений. Магнус, разбойник, который направлял свою разрушительную фантазию в благо для всех услуг. И Сорен, архитектор, строитель миров и глава Ордена Камня. Вместе эти четверо друзей совершили очень много, и по праву снискали себе славу четырех героев. Величайших их деям стало опасно путешествие, предпринятое для того, чтобы сразиться с таинственным существом, драконом, краем. В конце концов, Орден Камня одержал победу, дракон был повержен, история их завершилась, и они ушли, чтобы остаться жить в легендах. Такая у нас немножечко предконцовочка была, такая немножко подкая. Но там, где кончается одна история, начинается другая. И именно это говорится про нас. Ну, понимаете, да? Вот наш домик какой-то. Собственно. Да. Ого. Рубина. Да. А кто это такой за свинья? А, Рубин там говорил. Просто не играл в эту игру. Я там немного посмотрел видео про первый эпизод, да и все. А Рубин мой лучший друг, наверное, я не знаю. Да.
Мне неудачи это. Да. О, крипер, короче. Да? А, это чувак. А это кто? По пузу ему долбанил. По пузу ему долбанул. Прям как я и сказал. Аксель его зовут. Аксель. Кстати, ребят, сегодня у нас будет серия 50 минут. Здорово смотрится. Да. Так, давай пошли вместо. Ничего. Вы что, шутите? Смотрите, охренеть, тут такая же ячейка, как у нас The Walking Dead. Тут также можно смотреть, как The Walking Dead, брать вещи, охренеть, ребят. Охренеть. Я просто в шоке, ребят. Спасибо, Telltale Games. Ребят, извините, что я сразу же не начал проходить там The Walking Dead 400 Days. Так, я закрою. И The Walking Dead Season 2. Но я лучше сначала пройду The Walking Dead Minecraft Survival, потом The Walking Dead 400 Days, потом The Walking Dead Season 2. Добрый бой. Ну, не знаю, конечно, но если честно, наверное, да. А, вот еще. Опа! Зажига. Давай подождем твоего Рубина. Ладно, я в шоку. Давай, короче, бери Рубина. Нет, не говорись. Бери, короче. А как мы что, один пойдем? А, я бы как. Что? Что это такое? О, господи, вот такого несет за тобой, когда спускается. Но он уронит его. И так же неудобно. Старик? Да, он не старик. Ребята, он не старик, короче, просто скажу. Ладно. Я не знаю, куда мы идем. А, Габриэл Войн в начале, помните, был? Который был с мечом. Офигеть, Габриэл, блин, представляете? Мне кажется, то, что они... Мне кажется, они умерли же, они же в легендах остались жить. Ну, Сорен там, Эльгард, Магнус и Габриэл. Ну да. Ни хрена. Ни хрена себе, сколько тут плакатов. Никогда не побеждаем в этом году с нами еще. Слышь! Зачем ты говорить? На этот раз мы победим. На этот раз мы победим, давайте скажем. Ну не прыгай, свали. Выигрывать. Ну да, впрочем-то. Я с этим согласен. Но я не знаю, как нашего главного героя зовут. Там Рубен, Аксель, Оливия. Или этого я не знаю.
Не срочно. Ну да, срочно-то. А может зомби? Давайте, может, странника края или скрипер, потому что зомби это говно. Давайте. Но крипер тоже неплохо. Все как один. Все как один. Пока. Прилетели. Воу. Рубен за нами побежал еще. О, да ладно. Тут такой. Ребят, смотрите, тут прям как в этом. Опа! Нихрена! Ребята, прям в точку. Прям в точь-точь, как в этом управлении. Заводит. Ребята, охренеть крутой Minecraft Story Mode. Тут. Тут в точь-точь управление, как The Walking Dead. Охренеть, я в шоке. Блин, спасибо Telltale Games за такую прекрасную игру. Вверх. 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 Бичи. Заминка так подпрыгнула ржачно. Не знаю, что... Ну да, мы вполне готовы, если честно. Говнюк. Что такое? Ну, у них кожаная куртка, ну, или все такое. Что такого? Я сейчас мама знает, делимся. Так, гейми мод. Он побежал случайно. Сколько? А что не по-английски, по-американски говорю только что? Титр. Надо. Имя? Аксель, привет, как дела? А, имя, а мы не знаем. Здесь придумаем. Мы маньяки Нижнего мира, мы смертный края, мы орден свиньи. Мы маньяки Нижнего мира. Блин, падла. Так, стенд номер два. Давайте посмотрим. Да, что-то управление немножко неудобно. Соловей город собрался. Ну да. Наверное. Нравится мне это. Мне нравится. А вот наш стенд номер пять. Помните, нам выходили вроде бы. У них маяк, 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 маяк. Опа, у них внутри маяк. Радужный. Да.
Что ты сказал? Заткнись, урод. Пипец тупой. Как идёт строительство? Время покажем. Устроено оптимистично. Да, реально помогал этим болванам. Хорошо плату, я любому помогу. Если вам что-нибудь понадобится, знаете, где меня искать. Вот именно. Поучи своих ребят. Да заткнись со своими неудачниками, бесишь уже. Так да, придумаем такой тумак воин удар красного камня хватка без пиздечки толчок строителя тумак воин давайте че такое я уж понял потому что никто этого не запомнил. Я же умираю, проиграть не могу. И так, все, 1, 2, 3, 4. Тин, тин, тин. Погнали. Так, что нам делать надо? Ой-ой-ой-ой, так. Кью-кью-кью-кью-кью-кью-кью-кью-кью. О, господи, мы клитер строим или кого? Кью-кью-кью. Ничего себе, первый метатель, как страшно. Занимайся я возражаем, будем над своей. Кью-кью-кью. А, теперь крипер. Кью-к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 ью. Дебил! Слышь! Ты поджог Рубина, говнюк! Я тебя чё побью? Блин, дебил. Он потеряется. Не застойте здесь, спасайте машину. Да дебилы! Отлично вообще. Ну хотя бы с кем-то они остались. Ну бросали, наверное, как я понял, на край коня. Хотя видели, что сделал. Натворил это как-то. Забыл, зовут дебила этот с оцелотами. Ну-ка на меня, если слышишь. Пока на. Угорать, пока на. Свет капут. Алло. Мне тоже как бы. Нет, следы копыта нам не понадобится. Морковь, давайте морковку. Покушать. Пока мы. Хрохни меня, если слышно.
Ну, все обычные. Надо позвать их. Нам ладно, пошлите. Да, прям страшновато. Все, пошли дальше. Оу, что-то... Что? 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 Нет, пожалуйста. О, господи, о, господи. Фух, слава богу, это просто костюм. Если бы это был бы не просто костюм, я бы Айдена прибил. Просто я бы его убил, бы достал бы свой меч, убил бы его, говнюка сраную. Неудачник, блин, сам неудачник, развалил лаву, и он еще выиграет, этот бред будет, о, шахта какая-то. Темная дыра, не надо вспомнить. Тут что-то валяется, я вижу. Окей. Булка тут ничего не валяется. Да, да. Так. А мы идем, идем. Там кто-то был. Только сейчас рубаны нас какие-то скримы. Ау! Робот! Наська! Наська! Рада? Окей. Почему разница? Ну окей. Ой, это плохо. Пошли! Ой. Убежали. Ой. Пока. О, нет. Ну я не успел. Просто я не всегда успею на кнопки сжать сами. Как я понимаю, сейчас нам придется драться. Да. Эпик пичо, бадю, фака. Пошел. Да, будто зомби понимает твои глаза. На! Не забыл ю! Не смог. Не смог. No smoke. Давайте не пойдем. Так. О, меч отвалился. Круто. Наверное. О нет. Беги, я их отвлеку. Пока. Стример. Ну, сейчас крию надо бежать, как я понял, да? Пью. О, спасибо, Петра. Я уже запомнил, как его зовут, Петра. Побежали, Петра. Воу. Ой, путинка. Так. Ну вот, пошли там в шахту копать, зачем ты хотел сейчас? Хочу тебе кое-что. Window and all zombie apocalypse. Ладно. Слюнтяйки. Нихрена. Спускалась.
Почему он сам за ним не пошел? Ну что такое? Что в твоем распоряжении? Я не успел нажать. Открываем и берем. Ой, джекпот, я не сказала, я слышу. Так, ой, это еще красть можно, это круто довольно. Блин, я боженька, так. Так. Камнемэч, камнемэч, ребята, все равно знаю, как крафти, а в Майнкрафт играл, у меня в малину по каждой не были. Пожалуй. Ну, смотрите, мы победили, я в шоке. Да. Ха-ха. Че? О, пока. О, пока. И что делать? Пробиваемся, что еще сказать? А что, нам надо сейчас будет с ним драться или что? Вот не помню. Прыгать. Бой. Прыгаем. Полетели, бич, бич, мадфака, бич, 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 мадфака, бич, бич. Воу, Telltale Games представляет свое место с Маджанг. Охренеть, Minecraft Story Mod. Оу, бичик, Автор сюжета Михаил Чаунг Степхин Мак Маунс. Как он? О, здрасте. Дай. Раз, два, три. Так, я. Дыщ. Воу, курочки. Воу. О, полетели. Уа! Уа! Воу! Пыдж! Плюхнулся. Сис! Корм какой-то.
Буду молчать. Да. Кстати, выиграли на Крайконе. Вы что, забыли искать? Ну, а мы выиграли на Крайконе. Я горжусь с вами, ребята. Надо сказать, я же говорил, мы победим. Мне кажется. Если там было бы, мне кажется, это самый нормальный ответ. Как обуха по голове. Окей. Скорее сюда. Да, она же была уверена. Ладно, я останусь здесь. Thanks, Джесси. Ждем. Ну, я жду Джесси, впрочем-то. Ладно. А что, смотрите, да? Вот этот чувак, который на безделке. Нет. Айва зовут. Почему ты ему доверилась? Ну так быстро бегут, не знаю как.
Ну, билетов нет. Все просрали. Про Габриэля. Сразу же пойдем искать Айвора. О, Орден Камня. Габриэл. А вот Лукас, давайте поговорим с ним. Он же Петра Павел, он вроде нормальный пацан. Он же, помните, даже не обзывал нас ни разу. Да. Ну все, пошлите искать дальше. Нормуль. Так. Макс, я понимаю, где он вообще смотрит за курицами какими-то. Вон он этот, как там, Лайвер. Свинюшка нарисована, там... Может быть, там наш друг? Это вряд ли. Ну, господи. Ой-ой. Я думала, это Айвор, но у него костюм прям похож, и прическа прям в точь-в-точь прям. Как мне ходи сюда, я сейчас... Что ты сказал? Я сейчас из тебя отбивную сделаю, говнюк. У меня меч есть, если что. За... Говнюк! Говнюк, твой бизнес у тебя в одном месте. Я тебе сейчас свиной, блин, говнюк сраный. Да, представляешь? Я сейчас меч-то достану, я не буду продать меч, никогда не, ничего. Пригрозить. Вот Айвор. Стой за Айвором. Что так медленно надо бежать? Ага. Здесь поможет. Какой-то мёд. Ран. Да, жердяй, это пропусти. Ну вы жердяй. Чё ты ржёшь? С дороги.
Хорошо, я сейчас меч тебе прикажу, потом ты становишься там тут. Бать курить. Кыш, вон отсюда, это приратный боится кур. Да. Ну, смогу там, наверное. У нас слизни какие-то. Окей, давай будем сразу. Ну да, что-то типа такого можно сделать. Да. А нельзя у этого попросить? По-моему, у Айвора, или как, забыл, как его зовут. По-моему, он когда там стоял около этой. Ну бы. Вот! Лукаса зовут, а не Айвор. Что, реально? С вами еще этот Айвор, но не Айвор, блин, забыл, как зовут. Лукас намного лучше, чем Айвор, вот эти вот его отсылоты. Вот так вот. Подыщ! Это будет опасно. Все, 18+. Опасно для жизни. Вверх! Паунс! Господи. Окей, реально, окей, теперь, а куда он делся? Сюда. Через эту дверь. Ну да. Ну да, ну да. Предстоит небольшая расплата. Возможно. Окей. Просто разрешите чек.
Так. Поэтому не буду говорить. Ну, я не хотел говорить ей. Да. Варит не воровство, а сама обворовывает сундуки. Логика, что еще? Короче, что здесь сделать надо? Давайте с Оливией поговорим. Оливия, Оливия. Да там что-то не извините. Вот рычаг же за этим. Окей. А это что такое? Ну как раз рычаг тут есть. Я же говорил. Орден камня. Машина. На утром сундук. Да. Охренеть. Это как пиздец. С этим сундуком. Это лучше. Что? Какой-то блюдо несет, если честно. Беспалевно вообще. Нафиг вообще мастер хитман. Окей. Оставь его. Ну а что еще с тобой делать, если ты украл? Ладно, хорошо, всем спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо. Всем спасибо.